сегодня в программе. На 5-м месяце беременности Савелий поднял руку на мою дочь, и в результате еще произошла такая небольшая стычка. Он поранил топором друга моей дочери. Дочь Алевтины Петровны Самсоновой, Надежда, утонула, купаясь в реке. Алевтина Петровна стала опекуном 3-летнего внука. Сегодня она просит установить отцовство бывшего сожителя дочери, Савелия Малыгина, и взыскать с него алименты. Малыгин утверждает, что Надежда постоянно изменяла ему, и он никакого отношения к внуку Самсоновой не имеет. Это мне первый раз сказала, что мой отец не мой папа. Я проплакала всю ночь. Ты сказала, забей, приживешь. Главное, будут деньги, будем жить как люди. Деньги есть, а только жить как люди буду я. В 2006 году Лиза Бородулина отдыхала с мужем на море в Краснодарском крае. На базе отдыха они соседствовали с семьей Игната и Людмилы Вихляевых. Вихляевы, будучи старше, опекали Лизу и Сергея, тем более, что у Сергея уже тогда были проблемы с алкоголем. По прошествии многих лет Лиза заявляет, что отцом ее 14-летней дочери является Игнат Вихляев. Слушается гражданское дело по иску Самсоновой Алевтины Петровны к Малыгину Савелию Николаевичу об установлении отцовства ответчика в отношении Самсонова Богдана, которому сейчас 3 года, и о взыскании с ответчика алиментов на содержание ребенка в размере 1/4 его доходов. Ответчик Малыгин Савелий Николаевич с исковыми требованиями не согласен. Алевтина Петровна, я так понимаю, что вы являетесь опекуном 3-летнего Богдана. Что случилось с мамой мальчика? Богдан – это мой внук, а его родила моя дочь Надя, которая погибла, она утонула. Я взяла опекунство над данным ребенком и хотела бы получить алименты от Савелия, потому что он является его отцом. Угу. Давайте посмотрим свидетельство о рождении. В графе «Отец» – Самсонов Илья Викторович. Это кто? Вроде бы есть? Ну, в графе «Отец» – вот это имя вымышленное. В действительности является отцом Савелий, потому что он сожительство с моей дочерью и был в состоянии... Они сожительствовали вместе, и моя дочь забеременела от Савелия. На 5-м месяце беременности Савелий поднял руку на мою дочь, и в результате еще произошла такая небольшая стычка. Он поранил топором друга моей дочери. И его посадили на 5 лет, осудили в тюрьму. Ну, извините, пожалуйста, вот ваша дочка год назад утонула. Почему вы только сейчас с иском обратились? Почему именно сейчас? Потому что Савелий вышел досрочно из места заключения. И он живет в той квартире, с которой сожительство с моей же дочерью. И живет при этом припеваючи. Никаких алиментов не оплачивает моему внуку. Является отцом данного моего Богдана. Угу. А моя дочь... Да, она погибла. И я бы хотела изыскать с него элементы, Савелия. Понятно, да-да-да, элементы. А вы с ним как-то до суда пытались договориться, связаться с ним, может быть? Да, я связывалась с Савелием до суда, я нашла его в соцсетях, и я попросила к нему материальной помощи, а Савелий мне, можно сказать, послал. Да не пошла как ты со своими требованиями. Ну, я не признаю, типа, я не признаю данного вашего какого-то там внука Богдана. Все, я поняла. Савелий, теперь вам слово. Как вы считаете, может такое быть, что вы действительно отец Богдана? Ваша честь, да я вообще хочу забыть об отношениях с Надеждой. Поймите, я ради нее ушел с семьи, развелся и с 5-летней дочкой оставил. Вот. Вы жену оставили с 5-летней дочкой, да? Ради Надежды? Да, верно. Но когда меня посадили, как уже выше было сказано, я покаялся. Мы помирились, сошлись и заново поженились. Пока я сидел, она, жена, ко мне приезжала в колонию. И, соответственно, у нас были длительные свидания, и она забеременела. Ну и примерно за недолгое время, за полгода где-то, до выхода она родила мне сына. Сейчас ему 1,5 года, а дочке уже 9 лет. Никаких других детей у меня нет. Я очень рада, что у вас так хорошо складывается ваша семейная Спасибо. Жизнь. Но дело рассматривается в отношении вот этого мальчика, Богдана. Да, я понимаю. И Алевтина Петровна утверждает, что вы сожительствовали с ее дочерью Надеждой,
в тот период, когда был зачат Богдан. И забеременела она от вас, Надежда. Ваша честь, так и было. Надежда мне изменяла. Не изменяла она тебе. Подождите, пожалуйста, естественно, не перебивайте. Суд потом еще раз даст вам слово. Спасибо. Надежда мне изменяла, поэтому я ее избил. Ну, так сказать, по делу. Вот. И когда я начал вот ей предъявлять, то, что она мне изменяет и так далее, она мне рассказала, выдала все как на духу. Да, этот ребенок действительно не от тебя, я забеременела от этого, от Герасима. Это его ребенок. И они, кстати, в суде потом показания те же самые давали. Так они спасали тебя для того, чтобы тебе меньше... Какие они показания давали? Какие? Что она была беременна от него, да? Да, да. Что она забеременела именно от него. Поэтому вот я про это и рассказываю. А, поняла. Ага. Да. И дело-то в том, что, понимаете, я вообще про Надежду я ничего не знал, так как я сидел. И про ребенка, соответственно. Узнал только потому, что когда она с меня решила деньги вытягивать, вот. И я вообще не хочу об этих людях ничего знать. Но, Савелий, Алевтина Петровна подала-то иск к вам, а не к Герасиму. Почему так? Ваша честь, все верно, потому что она поняла, что с меня можно деньги тянуть. Я поинтересовался отцом мальчика. Он пропитый, с него взять нечего, поэтому она и решила меня на бабки развести. Но ребенок очень похож на тебя. Посмотрите, он улыбка. Внешность, походка, это твой ребенок, Богдан. Зачем, почему ты не хочешь нести ответственность за своего ребенка? Потому что это не мой ребенок. Уважаемый судья, я прошу вас пригласить свидетельницу. Это подруга моей дочери Оксана Сухова. Она может все рассказать, как это было, их взаимоотношения с Савелием и моей дочерью. Угу. Сухова Оксана Дмитриевна, пригласите ее, пожалуйста. А я-то тут при чем? Я вообще сидел, как из-за меня? Не надо я было знать, махаться не на нее, всякие замашки всякие делать, руками махать. Я, наверное, Оксана, здравствуйте. Не утопил ее. Алевтина Петровна утверждает, что ее дочка, погибшая Надя, которая утонула, была вашей подругой. Да. И вы можете подтвердить, что Надя родила своего сына Богдана от ответчика, от Савелия. Ваша честь, я не сомневаюсь, что Надежда любила Савелия и мечтала родить от него ребенка. Когда она, наконец, забеременела, она была на седьмом небе от счастья. А незадолго до того, как он в очередной раз поднял руку на нее, она приходила ко мне и показывала снимки УЗИ. Она так радовалась, что у них будет ребенок, мальчик. А он взял и поднял на нее руку. Я была вообще в шоке. А она так надеялась, что наконец-то одумается и женится на ней. Угу. То есть я так понимаю, что он неоднократно поднимал на нее руку, да, на Надежду? Да. У них это постоянно было. Они то ссорились, то мирились. То он ее ревновал, то она его. И таких примеров масса. Вот мы как-то все сидим вместе, отдыхаем на дачу. Все эти случаи. Отдыхаем. Так. Вдруг он начинает сыпать комплиментами другой девушке. Она как вцепится ему в лицо. Или другой пример. Вот он идет, вдруг видит, как она курит в кустах с каким-то парнем. Так он ее вытащил из этих кустов и гнал пинками. Представляете, я ей сколько раз говорила, вот зачем это тебе все? А она мне отвечала, люблю и все. Не могу, он же такой хороший. Он ради меня из семьи ушел, он меня так любит. А то, что бьет, так есть такая поговорка, бьет, значит, любит. Его, когда арестовали, она следователя умоляла его отпустить. Говорила, что сама во всем виновата. Серьезно так и говорила, что сама виновата? А Савелий утверждает, что во время суда она с другим мужчиной, с ее любовником, неким Герасимом, заявила, что она беременна от другого, то есть от Герасима. Так это все специально было. То есть... Она специально так говорила. Так ее научил адвокат Савелия. Адвокат? Вот адвокат видите, адвокат тут адвокату тут нужно было доказать, что был аффект. Адвокат. Савелий узнал, что ребенок не от него. Вот и накинулся на Надежду аффекта... и на Герасима. Скажите мне, пожалуйста, Савелий, вы когда застали Надежду с Герасимом вместе, они любовью занимались? Что они делали? Ваша честь, если кратко, это, как знаете, в том анекдоте. Муж возвращается из командировки. В общем, было все так, что я улетел на время. Получилось так, что я вернулся пораньше. Захожу с утра в квартиру, прохожу на кухню, а там стоит початая бутылка коньяка. Точнее, пустая.
два бокальчика и закуска, там, остатки. Я посмотрел, прохожу дальше там в комнату, а они лежат такие, соколики, раздетые, хорошо, умиротворенные. И хотел бы сказать, что я их уже ловил на этом деле. Это было, сейчас дайте вспомнить, 1 января 2018 года. Я, понимаете, я женитьбы тормознул, хотя реально мы хотели узаконить отношения. Угу. Вот если бы вы поженились, и моя бы дочь была бы жива сейчас. Опять и жили бы хорошо, и воспитывали в любом случае, внука и сына твоего Богдана. Да. А и сейчас что-то в результате, что чем ты сочиняешь о том, что Герасим, отец Богдана? Когда Саву осудили, Надя очень сильно рыдала. Она переживала, она была на 5-м месяце беременности, и она была очень она вынуждена была пойти жить к Гере домой, потому что в квартире Савы, где она не совместно сожительствовали, она была не прописана, она же не была ему никто, по браку у них не было. И она была вынуждена сказать Гере о том, что является, что она беременна именно от Геры, потому что не было другого варианта, как жить в этой квартире. Да что вы здесь рассказываете? Ваша честь. Когда я сидел перед тем, как ко мне поехать, моя жена встречалась с Надеждой. И Надежда сама рассказывала, что она была беременна от этого Герасима. Поэтому я прошу пригласить сюда мою жену, Татьяну Малыгину. Она подтвердит, что Надя ей это рассказывала, да? Конечно. Угу. Ну, я же ради этого. Татьяну Малыгину, пожалуйста, пригласите. Надя, специально... Савелий, вот как тебе... У вас все специально. Вот, Савелий, вот как лишь тебе не стыдно? Тебе не стыдно. Бабки ты сейчас получите, есть ребенок. Да, у тебя просто заботиться. Да помочь. Чем-то вот эти финансово помочь. А ты все равно какие-то, ничего не сплетни, какие-то гадости собираешь. Неизвестно, что где-то вот вы собираете гадости. Да, вы гадости собираете. Татьяна, помощь. Получу, я добьюсь своего. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы знаете, по поводу чего вы сегодня приглашены в суд давать свидетельские показания. Скажите, пожалуйста, может такое быть, что Надя от вашего супруга Савелия родила? Или она родила от своего другого мужчины, Герасима? Нет, такого быть не может. Про это знаете? Это точно. Она именно от Герасима, да. Это я знаю, от Герасима родила. Вы это знаете почему, откуда? Вы получается, простили Савелия, да? Вы же знали, что он с ней жил, что у них была любовь, страсть такая. Вот сейчас рассказывали эпизоды. Вы его простили, сейчас с ним опять живете, правильно? Правильно, но знаете что, вот как говорят, о покойниках плохо не говорят, но Надя была та еще штучка. Там всего была короткая интрижка, и Савелий потом ее бросил, но Надя хитрая, она снимала видео вот про их встречи, и когда Савелий ее бросил, она просто взяла и переслала мне это видео. Ну, я, конечно, устроила скандал, выкинула все вещи с Савелия. Вот, он хотел объясниться, просил, но я была такая злая, я не захотела вообще его слушать, и выгнала его, он ушел на ту квартиру, вот на свою, мы ее сдавали в то время. Вот. Ну и, конечно, в одиночестве он впал в уныние, и эта Надежда снова вернулась, окрутила его, вот, и стала у него жить. Вот. Ну, хотя соседи говорили, что жили-то они плохо, там, говорит, и ссоры, скандалы были, особенно даже вот на людях. Вот. И даже говорили, что Савелий руку на нее поднимал. Я вообще, конечно, это очень удивилась, потому что он, ну, не то что руки на меня, он даже грубого слова никогда не говорил. Да как вы считаете, Савелий может быть отцом Богдана? Да нет, нет, мне же Надя сама подтвердила, вот, ну, через год после суда, ну, у нас дочка очень тяжело заболела, и ей потребовалась трансплантация стволовых кровотворных клеток, вот, ну, я не смогла тогда быть донором, просто по медицинским показаниям, Савелий тогда сидел в тюрьме, вот, ну, и я поехала к Наде просто попросить взять анализы, как бы я тогда думала, и у их общего сына, вот, получается, что по крови они должны были быть брат и сестра по отцу, вот, а Надежда, я тогда застала ее с любовником, вот, с Герасим, как раз вот, когда вот мой муж тогда топором ударил вот этого Герасима, вот, любовника Надежды, вот. И она сказала, что как раз сын именно от Герасима, вот. И Герасим это подтвердил, он сказал, что действительно это его сын, и он собирается подавать на отцовство, вот. Ну и что, я тогда, собственно, поехала в тюрьму, вот, и начальник колонии, он разрешил тогда Савелию помочь нашей дочке, вот, его под конвоем тогда отвезли в больницу, взяли стволовые клетки, вот, и сделали трансплантацию нашей дочке, слава богу, все хорошо, вот, она поправилась, вот. Ну и после этого мы возобновили отношения с Савелием, мы сейчас живем хорошо, счастливо, поэтому у нас все хорошо.
сейчас... Надежда рассказывала мне, что вы приезжали к ней и просили разрешения взять у ребенка анализы. Но, естественно, она как мать не разрешила, чтобы годовалого Богдану куда-то увозили и делали какие-то манипуляции. Она этого не хотела совсем. Конечно, кроха тогда была. Да. Но и отказывать больному ребенку было как-то неудобно. Вот она и сказала, что Савелий не отец ребенка, а что Герасим отец. И Герасим сразу подумал, что нужно так же сказать. Подтвердить. Не, она придумывает сейчас. Тогда они лгали. Не может так быть. Нет, нет, не лгали, потому что Герасим на самом деле себя считает биологическим отцом Богдана. Да, да. И подал иск в суд с требованием установить свое отцовство. Два иска были объединены в одной шкафу. Мы же говорили вам. Согласитесь, пожалуйста, ударь на Герасима. Ваша Надя чуть не разбила... Зачем ты рассказываешь плохое моей дочери? Хорошая моя дочь, отъявленная рука. Герасим, здравствуйте. Проходите, пожалуйста, вот сюда. Это кто? Савелий. Хорош. Так, Герасим. Здравствуйте. Почему вы себя считаете биологическим отцом Богдана? Потому что, знаете, я еще с юношеских лет Наденьку любил, но так вышло, что вот в 19 лет она вышла замуж, я уехал из города, но в 2017 году я вернулся, увидел, что она уже разведенная, и живет вот с Савой Малыгиным. Мы с Савой так знакомы, шапочно, как друзья. Но вы знаете, дело в том, что я увидел, как он ее избивает, бьет за то, что она оскорбляла жену бывшую. Там какие-то слухи. Там. Я ее приголубил, успокоил, и тут начался наш роман. Вот с этих моментов, как бы, знаете, у меня с Наденькой все началось хорошо, но вот я не виню Саву за то, что он меня топором бахнул. Ну, переспал я, да, он меня спалил, да, за то, что я вот занимался любовью. Но Наденьку бить не надо было. И тем более, когда Наденька была... Откуда у вас уверенность, что Богдан ваш сын? Наденька, когда была беременна, я у нее спросил: Надя, кто папа? Она мне сказала: ты, потому что в момент зачатия ребенка она не спала с Савой. И вы знаете, я когда вышел из больницы... Это вы его научили. Я Наденьку к себе взял, она со мной начала жить, она родила. И я увидел, когда Богдана, я увидел, понял, что вот порода Бударины, знаете, вот наша. Родная кровь. Да, родная кровь. Я вас прошу меня признать отцом, потому что это все, что мне осталось от любимой женщины, от Наденьки. Ваша честь, я хочу быть папой, и это мой сын. Поняла, все, суду понятно. Ваша честь, что вы слушаете? Надя ему говорила, что он отец Богдана, только для того, чтобы жить в этой квартире. У Герасима, чтобы жить, да? У Герасима, да, дома. Но из этого Геры моя дочь погибла. Он из этого алкаша все это произошло, моя дочь утонула. Потому что он подсадил ее на стакан и вместе с ней выпивал. Да что вы, какой я алкаш? Ну я перестал пить уже, я бросил, я вот крест даю, я уже 5 дней не пил. И что вы меня постоянно обвиняете в том, что я Надю убил? Я ее не заставлял пить, я не заставлял ее идти в эту воду купаться. Я с Богданчиком, мы на пледике игрались, она пошла, утонула. Я, ваша честь, прошу. Она выпившая утонула, да? Я не знаю, но она выпивала так иногда, я уже не помню, правильно, честно. Правильно, ты же я лежал пил. Себе на пледе, я не помню, я не видел. Я же не это самое, я же не заставлял, не заливал в нее эту алкашку. Я тоже считаю, поэтому что я прошу она Герасимова признать сошлась меня отцом, от потому что это единственное, что потому есть. Потому что ей идти было некуда. Так. А вы знаете, почему я начал пить, да? Сигареты. Вы знаете? Потому что когда Надя умерла... Вы все забыли про нее, а я, знаете, переживаю до сих пор. Да, я пропил квартиру, гараж, машину, я все пропил, да, потому что это горе для меня, это моя любимая женщина. Сейчас я живу в однушке съемной, а сын, это единственное, что у меня есть. Пожалуйста, не забирайте у меня моего сынишку, Богдана. Мнения сторон были выслушаны, свидетельские показания заслушаны. Пришло время ознакомиться с результатами генетических тестов. Принесите, пожалуйста, конверты. Вам понятно, да, сейчас вы там да, были, тебе когда специально скажешь, понятно. Спасибо. Он человек уверен на 1000%. Все узнаем. Итак, сначала оглашаются результаты генетической экспертизы Малыгина Савелия Николаевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Малыгина Савелия Николаевича и Самсонова Богдана Ильича. По результатам настоящей экспертизы Малыгин Савелий Николаевич...
не является биологическим отцом Самсонова как Богдана Ильича. Как не является? Не может быть этого. Как? Собрали. Да это собрали. Это все Савелий, ты что-то подстроил. Да я тоже уверена, что это Савелий что-то нахимичил. Не знаю как, но что-то сделал. Расстроен. Подложил, наверное, другие анализы. Ты же меня пригласил сюда, чтобы я... Так, подождите. Что значит, вы вообще здесь истец, вы сюда сами себя пригласили? Сава, что за... Поясняйте, пожалуйста, что это, о чем сейчас говорит у нас истец Герасим? Он мне там предложил немножко денежек, чтобы я пришел, это самое, сдал эти анализы. Я не ожидал, что он не отец. Я думал, что он отец, потому что, Сав, ты же сказал мне, что, чтобы я наплел вот эту ерунду, что я там с Надькой. Я-то один раз с ней переспал, и то так на Новый год. Ерунда. Ты все сказал, как и было. У нас там все равно до конца ничего не случилось. Ты же знаешь. Подкупленный А вы как знали, даже... да? А кто же папа тогда? Герасим, вы не так не волнуйтесь. Мой муж сейчас сказали, что он не является отцом. Что я противозаконного сделал? Ну, суд пусть Богдана, разберется. И вы даже не признаете. Значит, был кто-то другой, учитывая ее распутный образ жизни. А, ты, да. Моя дочь не распутная. А может быть, да. Знаете, я Надю любил, но вот она была такая распутная девка. Тишина в зале суда. Точно. Сейчас узнаем. Оглашаются результаты вашего ДНК-теста. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Бударина Герасима Васильевича и Самсонова Богдана Ильича. По результатам настоящих экспертизы Бударин Герасим Васильевич... является биологическим отцом Самсонова Богдана Ильича. Офигеть! Еще на элементы, наверное, подадут. Да какой же у меня папа-то, ё-моё! Вот нормально. Это офигеть денёк! Какие ваши дальнейшие планы на Знаете, жизнь? Знаете, я подумал, я решил взяться за ум и быть отцом для своего сына. Тем более Богдан прописан у бабушки. И папа должен находиться рядом, а Алевтина Петровна работает, а я буду воспитывать ребенка. Поэтому, Алевтина Петровна, ждите меня в гостях. Я... Пришли с деньгами второго ребенка. Завтра переезжаю к вам и буду за своим ребенком ухаживать. Сейчас! Я не пущу тебя к себе больше жить. Ты, мне наплевать, что ты признан отцом моего внука. Никакой ты не отец. Фу на тебя! Да, я, уважаемый судья, я намучилась со своей дочкой. С каких только мест я ее не вытаскивала. Но этого алкаша я не пущу к себе домой. Признал. Что с него взять? Одни элементы никакие. Он вечно пьяный, вечно бухой. Да, вот мне досталась такая участь несчастная. Тут удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Когда ты мне первый раз сказала, что мой отец не мой папа, я проплакала всю ночь. Ты сказала, забей, приживешь. Главное, будут деньги, будем жить как люди. Деньги есть, но только жить как люди буду я. В 2006 году Лиза Бородулина отдыхала с мужем на море в Краснодарском крае. На базе отдыха они соседствовали с семьей Игната и Людмилы Вихляевых. Вихляевы, будучи старше, опекали Лизу и Сергея, тем более, что у Сергея уже тогда были проблемы с алкоголем. По прошествии многих лет Лиза заявляет, что отцом ее 14-летней дочери является Игнат Вихляев. В иске Самсоновой Алевтины Петровны к Малыгину Савелию Николаевичу отказать. Иск Бударина Герасима Васильевича об установлении отцовства удовлетворить, указать в актовой записи о рождении ребенка в графе «Отец» Бударина Герасима Васильевича. Суд не устанавливает отцовство ответчика Малыгина Савелия, потому что утверждение истца Самсоновой Алевтины Петровны, что ответчик является биологическим отцом ее внука, опровергается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Суд удовлетворяет иск Бударина Герасима Васильевича об установлении его отцовства, потому что заявление Бударина Герасима, что он является биологическим отцом ребенка, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закрыто. Отлично. Ура. Видите, Алевтина Петровна... Прошу покинуть зал. Суд сказал, что я отец. Здравствуйте.
Слушается гражданское дело по иску Бородулиной Елизаветы Дмитриевны к Бородулину Сергею Тихоновичу об оспаривании его отцовства в отношении Бородулиной Влады. Владе сейчас 14. Истец также предъявляет иск к Вихляеву Игнату Степановичу об установлении его отцовства в отношении Бородулиной Влады. Истец также просит взыскать с ответчика Вихляева Игната Степановича алименты в размере 1/4 его доходов ежемесячно. Ответчики, кратко позицию по иску и поясните суду, кто из вас кто. Бородулин Сергей Тихонович. В общем, иск я не признаю. Вот. Дочка рождена в браке с моей женой Лизой. Вот это моя дочь. Спасибо. Вихляев Игнат Степанович, иск не признаю. Я к дочери Бородулиных никакого отношения не имею. Вы, соответственно, тоже иск не признаете. Считаете себя биологическим отцом. Давайте посмотрим свидетельство о рождении. Действительно, в графе отец Бородулин Сергей Тихонович. Елизавета Дмитриевна, скажите мне, пожалуйста, 14 лет ответчик считался законным отцом. Почему в прошествии 14 лет вы вдруг решили другого папу вашей дочери найти? Ну, потому что обстоятельства так сложились, и все-таки правда должна восторжествовать. Ради денег правды. Она хочет, и все. А дело в том, что Игнат Вихляев – это мужчина, в компании с которым мы с мужем провели отпуск в Краснодарском крае. Отпуск был с 3 по 17 июля 2006 года. Там у нас случился с Игнатом курортный роман, а потом 8 апреля родилась дочка. Ну, 2007 года, 8 апреля 2007 года родилась дочка. Да вот что ты рассказываешь, не было у тебя, не могло у тебя с ним быть. Сроки как раз совпадают, и это его дочка. Да, но у вас же были интимные отношения с мужем в то же самое время. Вот именно, что у нас не было. Может быть, я и хотела бы в отпуске провести с мужем, так сказать, супружеский долг, чтобы он исполнял. Но он бухал все это время, ему просто было не до интима. А вот с Игнатом у нас как раз и случилась интимная близость. Мы снимали домик на базе, и у нас был общий двор как раз вот с Игнатом и с Людмилой, с его женой. Они оказались москвичами, мы много времени проводили вместе, общались. А на 10-й день отпуска мой муж так напился, что его пришлось везти в город к наркологу и под капельницу. Но Игнат предложил помощь свою на микроавтобусе отвезти эту пьяную тушу. На свою голову, вот так вот. Пьяную тушу в больницу. Мы его там оставили на 2 дня, а сами поехали назад. Ну и в машине я разрыдалась от обиды, ну потому что отпуск в очередной раз он сорвал. Отпуск мне. Игнат предложил свернуть к морю, подышать свежим воздухом, там расстелил плед, налил вина, и я сама не поняла, как оказалась в его объятиях. Сказочница, да и только. Почему вы только сейчас решили открыть тайну рождения вашей дочки? Да денег хочет, что непонятно? Да она не скрывает. Дело в том, что я перед мужем вообще свою вину не чувствую. Просто чего же она раньше их не хотела? Тоже вопрос. Я перед мужем, знаете, свою вину вообще не чувствую, он сам виноват. А вот он бухает, это в 2006 году, это так, вот я рассказала только, как он бухал в 2006. А потом же он вообще в конченого алкаша стал превращаться. Он пропил все наследуемое, гараж, машину, дачу. Вы представляете, я не пропил, он шубу я в дело мою вложил. Променял на водку, шубу променять на водку. Слава богу, квартиру не продал, потому что это моя квартира. Слава богу, да. И мы развелись. 2 года назад я с мужем развелась. И живу одна, с дочкой. Работаю в столовой, поваром. С едой у нас проблем нету. Нам все хватает. Но вот дочка растет, потребности ее тоже растут. И, естественно, денег не хватает на какие-то планшеты. Ну, современный ребенок, сами понимаете. Ну, и телефон получше хочет, чтобы ролики там всякие снимать. Ну, современная молодежь. Но я и решила попросить помощи у родного отца. Вот, она спонсора определила. Нашла телефон в записной книжке. Я вначале испугалась. Ну, все-таки 14 лет прошло, телефон мог поменять. Но нет, он ответил сразу и даже встретиться предложил. А как узнал, что я деньги прошу? Отказал. Ну, вот я и подала в суд. Я считаю, что он состоятельный мужчина и сможет хорошие алименты платить своей дочке. Ушлые жулики пошли. Ваша честь, можно я скажу? Понятно ваши аргументы в суду. Сергей, вот теперь вам слово. Спасибо. Лиза это просто устроила, вот это месть ее мне, понимаете? За вашу несостоятельность? Я несчастный человек. Или за ваше пьянство? Я невезучий человек. Да, ну, я пью, я ничего я не скрываю, понимаете? У меня в жизни вообще практически ничего не осталось. У меня отец помер недавно, жена он бросила. Вот у меня Владочка только одна. Ну, а как не бросить? Вы видите его?
Владочка только одна у меня, единственная моя радость осталась. Так она хочет ее отобрать у меня, понимаете? Ну, конечно, отобрать. Ничего не остается, она, я ей алименты не платил, я не платил ей алименты, но я не могу, ну сейчас я не могу на работу устроиться. Но гараж, дачу и эту шубу я не пропивал, я в дело вкладывал, понимаете? Я хотел деньги крутануть, чтобы бизнес, ну, прибыль была. Ну, меня все время подставляли, ну, я пил. Близкие друзья меня подставляли, я с горя пил, ну, а как тут не пить-то? Вот. А Владу я люблю, я всегда готов помочь. И как только устроюсь, конечно, я все заплачу. Ты 12 лет не мог устроиться. Знаете, что я вам скажу? Это вот то, что вот она рассказывает, как они вместе с мужем ехали. Я все прекрасно помню в клинике. Этого не было. Потому что доктор сказал, чтобы она осталась со мной. Потому что если я под капельницей начну буянить, меня надо будет успокоить. Поэтому Степаныч уехал на базу, а Лизка, она потом вечером уже поехала. Так что вот это то, что она там рассказывает, помнишь, это без сознания секс на пляже, это все, знаете. Ваша часть, он без сознания был. Он не Игнат, вот такой мужик, он кореш мой, понимаете? Мы друзья. А с женами друзей не спят. Правильно я говорю? Правильно говоришь, Сережа. Вот. И верно говоришь, что мы с Елизаветой не возвращались вечером вместе. Я ехал один, а ее со мной не было. И поэтому то, что она тут придумала, это вообще какие-то сказки, такие фантазии, там, я не знаю, молодой в то время девушки. Дело в том, что мне вечером позвонила жена, когда мы вот я согласился помочь, отвез Серегу в клинику, и позвонила жена вечером. А что с ним было с Серегой? А? Почему вы его в клинику везли? Ну я это там. Напился он, что его. На капельницу везли. Да, надо было срочно везти, а там на пляже, конечно, нету никаких таких услуг. Вот, у меня машина, я повез, что вместе отдыхаем, ребята молодые. Спасибо тебе. Так, повезли его. Отвез, и вечером позвонила жена с базы, говорит, срочно приезжай, сын обгорел на солнце, ему плохо, я беспокоюсь, ну, я и рванул, и все, Лиза осталась. Как я мог с ней ехать? Какой берег, море? А с кем ты ехал? Я не очень понимаю, ну, даже если вы никуда вместе с ней не ехали. Что, в другое время, что ли, это было невозможно? Сколько вас не было? Сколько вы в больнице были? Дня два-три. То есть его два дня не было? Он даже не помнит, сколько он там молодая был. Молодая супруга одна. Ну, во-первых, ну вообще это зачем мне нужно? Во-первых, жена рядом. Мне тогда было 44. Зачем мне вот такая вот, это, позволяю сказать, молодуха? Мы только поженились, как 2 года. Мне 44, жене 39. Ее сыну от первого брака 12 лет. Вот мы наслаждались отдыхом, погрузились в свою молодую семью. И вот это вот мне там ходить налево куда-то, направо. Да, конечно, мы же друзья с ним были. Он просто не мог. Поэтому это вообще бред какой-то. И я не являюсь отцом их дочери, никакого отношения. Совершенно бред. Не имею к этому. К Елизавете, этим ее бредням я отношусь как к бредням. Да я отец Влады, я не отец. Могу я являться я, кстати, отцом понятно. Влады. Я, кстати, вспомнил, когда я последний раз с радостью это, ну, пил, в смысле выпивал. Это как раз, когда доченька моя Владочка родилась. Это же такое счастье для меня было. Я ее так люблю, понимаете? И она меня любит, души во мне не чает. И вы в запой сразу от радости? Ну, я не в запой, но просто выпить. Так, хорошо. Лиза, я тебе все алименты, я тебе отдам. Я, знаете, я вот что подумал. Степаныч, такое дело-то. Может, ты меня на работу возьмешь? Я смотрю, ты в полном порядке, а? Возьми меня, а? Слушай, я помню, как мы с тобой отдыхали. Мы же друзья с тобой хорошие, отношения у нас классные. Тем, машина тогда такая была хорошая, такая цепь на шее, перстак на пальце. А главное, ты про жизнь так четко все раскладывал. Слушай, возьми меня, помоги, а? Ну, возьму. Давай, погоди, об этом потом что поговорим. Что это вообще за разговоры такие по поводу судебного судья? Сейчас главное установить, что ты отец дочери. Вот. Возьми, а потом рабочий. Слышь, а ты это вообще-то не позорь меня перед уважаемым человеком. Я тебе что это самое? Работничек нашелся. Я тут вообще, ты меня плохо знаешь, ты не знаешь, ты со мной не живешь. Я уже целую неделю в завязке. Неделю, а срок. А надо будет, я вообще срок. Брошу. Да я с Степановичем теперь буду держаться. Я с ним заработаю и на это самое, и алименты заплачу, и телефон куплю, и ноутбук, и даже шубу жене куплю. Это же шуба. А знаете, что я пробовал-то? Она драная такая, она такая драная. Мне стыдно было, что она в такой шубе ходит. Ну, потому что новую надо было купить. Ага. А деньги я вкладывал, когда дачу продал. Я дура была, 12 лет эти сказки слушала.
Я прошу пригласить мою жену Людмилу Максимовну. Она сейчас тут все расскажет, с кем я мог спать, не мог спать, что с ней у меня жены, ничего быть правило, не могло. Жены, как правило, лучше всех в этом вопросе разбираются. Вихляева Людмила, да. Пожалуйста, пригласите. Да вы посмотрите на Владу, красавицу. Ну, она же, видно, не могла вылитый от такого я. Алкаша родить. Вылитый я, посмотрите, вот прям да черты лица. Да у тебя морда алкашиная. А вообще совершенно на Игната не похожа. А она красавица. Сразу видно, что от интеллигентного только, образованного мужчины. А я что, тебе не интеллигентный? Я тебе что, не образованный? Чертила ты! Здравствуйте, Людмила Максимовна, проходите, пожалуйста, вставайте к вашему супругу. Алкашня. Вот тут Елизавета Бородулина, естественно, утверждает, что ребеночка, девочку Владу от вашего супруга родила. Это возможно? Ваша честь, эта особа просто хочет развести нас на деньги. Это же ясно. Об этом и говорю. Ну, конечно. 14 лет ждала. Ну, пока не ясно, если честно, почему она вдруг решила разводить вас на деньги. А вы знаете, как месяц тому назад у моего мужа зазвонил телефон. Он ответил, а понять не может, кто это. И говорит мне, Люда, послушай, что-то какой-то бред, я не могу понять. Включил громкую связь. А там какое-то мычание невнятное. Я Лиза, мой муж Сережа. Ой, мы с вами отдыхали вместе. Игнат вообще не понял, кто это и что. Я первая догадалась. А что, не мог вспомнить, кто это Лиза? Он не вспомнил. Столько лет даже прошло, нет. Как тут вспомнишь? Я кто-то, первая сообразила, кто это, и говорю. Бубнит. Игнат, ну помнишь, молодые, мы с ними отдыхали на юге вместе. Вот это вот та самая Лиза. А она расплакалась и говорит, что ей нужна помощь. Ну, пригласили к нам, изобразили радость. Лиза как сама, как там Сережа, все такое. Ну, поехала я ее встречать на электричку. Смотрю, стоит бабища какая-то жирная с телефоном. Да, вы же молодеете все. И тут у меня телефон зазвонил. Это оказалась та самая Елизавета. Я бы ни в жизни ее не узнала, у меня просто шок был. 15 лет тому назад это была стройная, худенькая девушка. Что с ней стало? Не что со мной стало? Вот жизнь вот с этим проститутка со мной стала. Проститутка себя курортно пришла это тут изображать, выбор. Хоть постеснялась бы дочь. Перестаньте, пожалуйста, оскорблять отца. Простите. Короче, пригласили мы ее к себе в дом. По дороге, пока мы ехали, она мне ни словом не обмолвилась о том, что... А почему я должна была вам что-то говорить? А когда, по-вашему, у нее созрела мысль вашего супруга отцом Влада объявить? Я думаю, что это тогда у нее мысль возникла, когда она увидела наш особняк. У нее от зависти просто челюсть отвисла. Ну, вы ее тоже, молодцы, к домой позвали. Конечно. Честно заработано. Вот только так. Пригласили мы ее к нам, накормили, за стол посадили, естественно. Она и говорит, а вот у меня, мне так плохо, у меня Сережа пьет, алименты не платит, а девочка моя 9 класс заканчивает и собирается в колледж поступать. Не могли бы вы мне дать 1100 так взаймы? Ну, я положила перед ней 5000-ную купюру, говорю, вот, Лиза, все, что можем тебе дать. И то, это и не в долг, а так просто, как материальную помощь. Так тут, ее просто понесло. Что, взяла? Да что вы мне какие-то подачки суете? Да вы вообще знаете, что я была любовницей вашего мужа? И что мой ребенок от него? Ну уж тут... Громко так сказано. Да, это настолько было невероятно. И такие перемены в ней произошли. Ну просто личину человек себя тут же скинул. Мы с мужем, не сговариваясь, стали хохотать. Это было так нелепо. Так смешно. Мы смеялись, ну просто до коликов. Представляете? А эта абразина жирная схватила со стола 5000-ную купюру и подержалась с ней на ходу, матюгаясь. Скажите, а вот, вы говорите, она была встроенная такая девочка, очень красивая, да? Тогда, давно. А почему вы не допускаете мысли, что у вашего супруга с ней могло что-то быть? Ой, вы знаете, Игнат очень разборчивый в своих связях. У него был печальный опыт первого брака, когда он, выпускник МГИМО, сотрудник преуспевающей компании, кстати, он краснодипломник, женился на провинциальной клуше, которая приехала в Москву на заработки. И она прислужила официанткой у них на корпоративе. Уж как так получилось, он с ней связался. Она типа забеременела от него и женился на ней. Ну да. Ну да, в итоге ребенка она ему не родила. За 10 лет совместной жизни высосал весь мозг из него. А потом, вдобавку, он еще ее застукал с любовником. А при разводе она его умудрилась обобрать как липку. С тех пор Игнат повторяет, что
общаться можно только с женщинами своего круга. Конечно. А не с такими вот дешевками типа этой Лизы. Подождите, вы меня с кем сравниваете? С девочкой провинциальной? Вообще-то я москвичка во втором поколении. Ну, конечно. Знаете, вы меня еще увидите, когда я докажу, что Игнат, Игнат отец Влады. Ваша честь, пригласите, пожалуйста, Владу, чтобы все увидели, как она разговаривает, как она жестикулирует, и что это копия Игната. Так пусть придет вот все, чтобы посмотрели, как она выглядит. Она на меня, она похожа. Приведите, пожалуйста, Владу. Лиза, Влада меня любит и ценит, как отца. Так что не надо тут. Конечно, деньги, только деньги. За деньги сказки сочиняет, книжки пишет. Фильмы снимает там. Я не знаю, что она там еще за деньги готова сделать. Влада, здравствуй. Влада, скажи, пожалуйста, ты знаешь, по какому поводу твои родители пришли сегодня в суд? Да, знаю. Чтобы установить, что мой настоящий папа не этот нищий алкаш, а богатый дядя Игнат. Ты, дочь, ты что так разговариваешь? Ты так никогда не разговаривал. Ты что ж, я же для тебя всегда... Да что ты для меня хорошего сделал? Ты лузер, пьяница, нищеброд. Ты на себя посмотри. Ты что, дочка? Влада, Влада, ну ты же в суде, здесь взрослые люди. Да мне все равно. Он же... Он вместо того, как нормальные отцы, которые со своими детьми не живут, в кафе меня не водит, а водит по каким-то рюмочным. Кормит вонючими чебуреками, а сам бухает. А что там нормальный ассортимент? Он бухает, когда я тебя с ним отпускаю? Ты вообще в своем уме? Да ничего я не бухаю. Ты вообще? Я кружечку пивка маленькую, пока дочка кушает, а я ей покушать положу, она пока, я тебя чуть-чуть совсем. Вы видите это вообще? А ты думаешь, я не видела, как ты из четушки водку в пиво добавляешь, а потом от тебя несет, как из помойки? Я ненавижу тебя. Ничего я не подливаю. Ну ничего, теперь мою жизнь дядя Игнат исправит. Я в интернете пробила, на него 7 компаний оформлено, и все крутые. И я теперь буду крутая, как новый папа. Влада, если так подумать, тебе не стыдно вот так сейчас на отца говорить? Сергей тебя 14 лет растил, воспитывал, а ты, ну ты что? Как а ты? Ему не стыдно бухать, не работать, нам с матерью денег не давать? Что, я никогда денег вам не давал прям, совсем никогда. Слушай, ты свои кадочки себе оставь. Чё себе оставь? Ты вообще как-то я... Суд выслушал аргументы сторон и показания свидетеля. Пришло время ознакомиться с результатами генетических экспертиз. Принесите, пожалуйста, конверты. Ты это заслужил. Ты отношения это заслужил, помолчи, понимаешь? Женщина, помолчи. Потому что человеком прежде всего аферистка. Надо быть. Человеком. Аферистка меня всю душу вытрясла. Тишина в зале суда. Сначала оглашаются результаты ДНК-теста Бородулина Сергея. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Бородулина Сергея Тихоновича и Бородулиной Влады Сергеевны. По результатам настоящей экспертизы Бородулин Сергей Тихонович не является биологическим отцом Бородулиной Влады Сергеевны. Все, говорила я. Ну все, теперь Игнат будет платить алименты. Как а ты, Сергей, радуйся. Я освобождаю тебя от всех материальных обязательств. Как ты смела вообще? Ты, Лиза, ты меня всю душу вытрясла тебе алиментами. Подачка я за это неблагодарна, я столько в нее вложил. И ты меня обманула, обманным путем брала с меня алименты. Знаешь что? Слышь, подачки свои можешь себе забрать. Теперь я требую с нее денег. Замучаешься ждать, вали отсюда, алкаш. Вернешь нет, мне закон деньги. Такого права не предусматривает. Если он не отец, это не значит, что отец я. А давайте узнаем сейчас. Оглашаются результаты генетической экспертизы Вихляева Игната Степановича. В рамках проведенного исследования метода молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Вихляева Игната Степановича и Бородулиной Влады Сергеевны. По результатам настоящей экспертизы Вихляев Игнат Степанович является биологическим отцом Бородулиной Влады Сергеевны. Да, я говорила! Ну все, да, теперь заживем! Игнат, как ты мог? Ты что, с ней? Да чем ты думал-то вообще? Ты чем думал? Я не знаю, что... Куда с чем вы думали, Игнат? Как же так, Игнат? Мы же с тобой, ну, кореша. Ты же мне сам говорил про честь, про дружбу мужскую. Пить же, надо кореша. Меньше, чтобы так, жопу хорошо. Водили. Заткнись. Скажите ты мне, пожалуйста... Кореш, блин. Да, Игнат Степанович, какие тебе планы на жизнь у вас? Сейчас не до тебя вообще. Да, сейчас точно не до него. Да, Влады? Что делать собираетесь? Понимаете? Ну да, раз такое дело, я вообще всю жизнь жил и
был уверен, что у меня родных детей не может быть. Поэтому я вот отрицал. Ну да, было у нас один раз тогда на пляже. Тогда, ну, конечно, я согласен заплатить алименты. Купим ей там, что надо, телефон, планшет. И, да и вообще, переезжай к нам в дом жить, познакомимся по-человечески. Хорошо. Что? Ты собираешься ей все это покупать на наши деньги, даже со мной не посоветовавшись? Да не будет этого никогда. Чтобы ноги ее в нашем доме не было. Ты что, ты, может быть, еще и мать ее приведешь к нам, эту свинью, к нам в дом? Маразматичка. Только через мой труп. Поосторожнее с такими выражениями, через мой труп там и так далее. Знаешь, мысли материальные, и бывает, что сбываются. Никого я ни свинью, ни бабу чужую в дом к нам везти не собираюсь. А дочь, моя родная дочь, это чудо, ты понимаешь? Да я ее устрою в лучший вуз, я для нее все сделаю. Я найму ей репетиторов самых лучших. Я из нее леди сделаю. Игнат, да какая она родная, мы ее не знаем, это чужая девка. Да она нас ради наследства отравит ночью или придушит. Так, заткнись вообще, закрой свою варежку. Ничего, что я твоего сына 17 лет воспитывал. Этого дебила, блин, мажора вонючего. Из полиции только успевал вытаскивать. Столько денег он из меня высосал. А это дочь родная, и будет она с нами жить или нет, только я решаю. А будешь возникать, так полетите нахрен со своим выродком, чертям собачьим. А то, видишь, распустились. Я в этом доме хозяин. Я тут все регулирую. Папочка, я так тебя люблю. Папочка, я знала, что когда-нибудь я выберусь из этого днища, в котором я оказалась с рождения. Я теперь буду жить в особняке. Мне мама рассказывала, в каком особняке вы живете. Дочка, я тебя не узнаю. Что ты с ней сделала? Алло, а ты дочь собираешься забрать, а я? А ты кому нужна вообще? А ты нам не нужна, мамочка. Нам с нашим новым папой никто не нужен. Может, тебя удочерить еще? В смысле? Ты меня бросаешь, предаешь. Я тебе 14 лет воспитывала. А что ты мне говорила про папу, когда ты мне первый раз сказала, что мой отец не мой папа? Я проплакала всю ночь. Ты сказала, забей, переживешь. Главное, будут деньги. Будем жить как люди. Деньги есть. Но только жить как люди буду я. А ты ничего не сделала, чтобы у меня было детство. Поэтому проваливай, аривидерчи. Суд удаляется для вынесения решения. Иск об оспаривании отцовства удовлетворить. Аннулировать запись об отцовстве в отношении несовершеннолетней дочери истца в записи акта рождения. Иск об установлении отцовства Вихляева Игната Степановича удовлетворить. Установить отцовство ответчика и указать в актовой записи о рождении ребенка в графе «Отец» Вихляева Игната Степановича. А также взыскать с ответчика алименты в твердой денежной сумме на содержание ребенка. Суд устанавливает ежемесячную сумму выплаты в размере двукратного размера прожиточного минимума, установленного для ребенка. Твердой денежной сумме поясню, почему. У ответчика очень высокий заработок. Если взыскать, как вы просите, одну четверть, это может существенно нарушить права ответчика, потому что у него очень высокий доход ежемесячно. Вам это понятно, истец? Да. Поэтому суд устанавливает алименты в твердой денежной сумме. Двукратный прожиточный минимум ежемесячно. Судебное заседание закрыто. Заседание закрыто, прошу покинуть зал суда. Да ладно. Платите алименты, Степан. Да не есть же, дочери. Да надо отсудить. Да ладно, ничего, мы с тобой. Я только с ней. Я только с ней. Да тебя она послала уже, да, с ней. Я тебя удочерять не собираюсь.